Так, что у нас тут? Лев Лещенко, еще этот Басков. Так, ладно. Сумку собрала практически. На кухню идем. Сумку собрала. Вот не знаю, завтра вот эту баночку, не знаю, брать с собой, не брать. Там кофе с собой носить. Наверное, не надо. А вот коробочку взять одну под бутерброды. Интересно, в одну поместится или две взять? Наверное, две возьмем коробочки и одну банку под кофе. В этих коробочках, кстати, можно что-нибудь кушать, вместо тарелок использовать. Так, что у нас тут? Продукты-то надо доедать, иначе пропадут. Кефир. Так, кефир еще сегодня попью, завтра попью. Наверное, все равно останется. Кефир придется выбросить остатки. Так, бутылочку воды. Может быть, с собой возьму. Но только до аэропорта. В аэропорту там придется допить и выбросить. Так, молоко. Молоко, если останется, то тоже пропадет. Что с ним делать, с молоком? Ну, пусть стоит. Так, вот такую колбаску купила. Клинскую мини-салями на бутерброды. Ну, половинку на бутерброды порежу, а вторую половинку куда? В морозилку закину или с собой возьмем. Ой, сыр надо доедать. Творог сегодня доедим вечером. Так, мясо завтра доедим. Яблоки. Кстати, по яблочку сейчас можно съесть. Вот одно уже пропало, можно выкинуть. Вот так вот каждый день. Вчера морковку одну выкинула, сегодня яблоко. Так, яблоко надо помыть. Одно уже пропало. Так, чуть попозже попьем. Так, у меня тут телевизор. Надо убавить звук. Новости идут за неделю. Отчет. Так, здесь у меня уже стоит на завтра. Календарь на 5 сентября уже стоит. Сегодня 4. Завтра воскресенье. Последний день на сборы у меня. У нас. Так, ладно. Я тут вещи сложила. Думаю, что брать, что не брать. Вот эту темную толстовку с бабочками я не беру. Какая-то она бестолковая. Да еще с бабочками, с этими дурацкими. Так, ну что, ребята, целый день носились, в Декатлон с утра съездили. Купила вот эту сумку себе в предыдущем видео, которая... Вот. Как уж сесть-то, не знаю. Можно было вообще поставить на штатив телефон и болтать, ничего бы не тряслось. Но постараюсь держать ровнее. С утра съездили в Декатлон, который в Алтуфьево на МКАДе 84 километр, у нас Химки 73 километр на МКАДе. Вот. Себе я только сумку купила. Она недорогая, даже не помню, сколько стоит. Она еще там как-то складывается в маленькую сумочку, выворачивается наизнанку и складывается в маленькую сумочку. Так что вот в этот карман боковой, это как бы маленькая сумочка получается. Ну, в общем, ну, нормально сумка, вот так вещи с собой взять в небольшую поездку там на неделю. Это когда едешь дней там недели на две, ну, 10 дней. Но если едешь больше 10 дней, то да, можно уже чемодан брать. Чемодан хорошо, когда на одном месте живешь, вот в одном отеле, там приехал и живешь там недели, две, три, четыре. А если на одну неделю, то вот маленькую сумочку на 20 литров. Муж себе рюкзак купил тоже на 20 литров, чуть побольше того, с которым он на работу ходит. То есть высота 40, ширина 30. Ширина 20 и
Толщина 20, ширина 30, высота 40. Ну, у меня сумка такого же размера, в принципе. Вот, что мы еще там купили? Муж брюки себе купил. Такие темно-серые. Серые какие-то непонятного цвета. У него такие же коричневые есть. Тоже, наверное, с собой возьмет. Так, что он еще купил себе там? А, кроссовки новые за 3000, по-моему. Такая средняя цена. Ну, более-менее нормальные, на выход качественные такие кроссовки. Я еще хотела тонкую флиску себе, но там не было подходящего размера. Самый большой был 46-й, плюс 6 это 52-й, а мне надо 54-56. То есть мне нужен 48 или 50, то есть XL. Вот это у меня XL, но может быть даже 2 XL мне надо. Ну, если вот в таких измерениях, то 2 XL. 50, даже 54-56. Ну, 56-й, наверное, мне надо, потому что... А это уже 50-й европейский. Я такой размер редко бывает, встречается. Самый большой размер обычно 48, 46, 48. Вот 50 редко бывает. А уж 52 там еще реже. Вот. Может, я не по тем магазинам хожу. Так, на улице весь день то дождь, то солнце. Такая погода непредсказуемая. То солнышко выглянет, то налетят ветер холодный, ледяной, северный. То тучи какие-то нагонит. Такие тучи какими-то урывками, клочками. То дождь ливанет. Ой, мы вот пока в магазин ездили, 2 раза дождь ливанул. Туда приехали, дождь идет. Мы зонт не взяли. Но, правда, машину поставили недалеко от входа. Ну, немножко подождали, минут 5-7. Минут 5-10 подождали, пока сильный дождь. Ну, я так в ветровке была с капюшоном вообще-то. Немножко дождь стих, и мы тогда уже пошли в магазин. Обратно, когда уезжали, ехали, тоже дождь ливанул. Ну, в общем, весь день. А домой приехали, еще сильнее дождь ливанул. Мы успели домой хоть зайти. Приехали, кофейку попили с пирожками. Так, мы так поздно стали обедать. Ну, как вот в поездках мы всегда обедаем где-то в 5 часов вечера. А вечером уже есть не хочется. Вот сейчас уже 9. Наверное, мы сейчас... Я просто положу себе немножко творожку. Буду творог и кефир. И все, больше ничего не буду. А, я там достала еще яблоко маленькое съем. Все, это мой ужин. Полстакана кефира, 100 грамм там творога примерно и яблоко маленькое. Это все, это мой ужин. Вот сейчас поем и все, ничего больше сегодня не буду, естественно. Ну, а завтра там посмотрим. Овсянку сварю завтра с утра. Надо доедать то, что в холодильнике лежит. То, что не доедим, что можно закинуть в морозилку, закину в морозилку вплоть до хлеба. А то, что не положишь в морозилку, придется выбросить. Ну, вот кефир, например, молоко. Пока всем.